Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Рэй, и надеюсь, что мы сбавим музыку в этой игре. Есть русский? Серьезно, нет русского. Господи, вот же, ё-моё. Так-с. Так-с, друзья, в общем, я разобрался с Клюэдо. Смог найти русский язык. Давайте попробуем пока сыграть. Вообще попробуем. А мне игра начинает уже нравиться, кстати, да, звук-то я вырубил. Вообще начинает мне игра уже нравится, скажу я. Такое я уважаю, такое я резко уважаю, посмотрите на это. Хо-хо-хо! Кто? О да! Грин. На тебя денег определенно не жалко. 100% я уверен, все покупают его. В целом, персонажи, конечно, уровень рисовки мне определенно в этой игре не нравится. Кто мы будем? Азиатка, священник Лавелас, который пёхает эту азиатку. Тюдоры. Женщина в красном, классика, профессор Плэм, мисс Пикок. Ну, с такой улыбкой, очевидно, мы уже все понимаем, на что она любит садиться, это мисс. Давайте за азиатку, почему бы и нет. Добавить противника. Пускай священник, он, очевидно, мисс Пикок любит на мисс Пикок насаживать. По сути дела, это компьютерная версия настольной игры, в которой мы должны расследовать некое преступление. Ты убил доктора Блэка? Нет! Но для победы в этой игре вам нужно выяснить, кто убил доктора Блэка. Кого? Блэк Сейруфу убили, господи. Аур. Каким оружием и где? Микрофон, походу, засунули куда-нибудь. Можете в любом месте, чтобы скрыть. Нажал. Персонажа. Случайные карты подозреваем оружие комнаты тайно добавляют в инвентарь. Это карты убийства. Остальные карты раздаются. Определите, какие карты есть у других игроков и раскройте убийство. Если ни у кого нет карты, значит она в конверте. Разводной колесо. А, это мои показали. Кто входит первым, мистер Грин? Так, библиотека. Скарлет. Говорят, что убийца совершенно Скарлет веревкой в библиотеке. Ну, допустим. Входит Мастарт. Тоже 6. Пошел в бальный зал. Вот что здесь совершила доктор Орчит веревкой в бальном зале. Орчит — это очевидно я. А что значит пикок? Ну ладно, очевидно ничего. Всякий раз, когда другой игрок дает предположение, связанное с вашим персонажем, вы идете в комнату, о которой идет речь. А, потому что я автоматом должен сюда попасть. Нажмите на кубик, чтобы совершить бросок, и двигайтесь по особняку. А, потому что я автоматом сюда попал. Из-за кого? Из-за уса тебя, усач. 7-6 падает. Именно. Тут перевод, конечно. Даже не английский. Так, ну очевидно, куда я могу перейти? А, бильярдная. Бильярдную.
Я вообще логики пока что не вижу никакой особой. Сделать предположение, косолевой подозреваем или оружие и текущей комнаты. Если у следующего игрока есть одна из этих карт, он должен тайно показать ее вам. Если он не может помочь, вопрос переходит по часовой стрелке, пока кто-то не покажет вам карту. Нажимаем. Выберите персонажа. Почему так много? Я могу выбрать из тех, кто типа и не в игре. Давайте усатого. Что убийство совершает полковник Мустар? Да. Выберите оружие. Все хотят почему-то веревку. Вот, допустим. Бильярдные. Продолжить. Грин. Совершает полковник Мустар. Веревка и бильярдная. Веревка. Ее мне показал Грин. Заметки автоматически добавляются в лист улик, чтобы показать, что вы узнали после своего предложения. Персонажи. Пикок вычеркнуто. Оружие, веревка вычеркнута. Здесь галочка почему-то стоит. Комнаты. Холл, гостиная, кабинет. Разводной ключ. Галочка означает, что у другого игрока есть эта карта. Крестик означает, что у них ее нет. Ваши собственные карты вычеркиваются из списка. Интересно, какие именно. Кто нет карты, значит, она замешана в убийстве. Вот лист улик, чтобы вносить собственные заметки и делать выводы. Так, я в бильярдной, допустим. И что это мне даст? Двенадцать, 123. Но я не понимаю, что мне это дает. Веревка. Ну, допустим, веревка. Продолжим. Конечное обвинение. Ну, вы проиграете. Ну, конец хода. Я пока что не понимаю, как победить, банально. Скарлетт пришла в библиотеку. Скарлетт, что убийство совершает мисс Скарлетт под свечником в библиотеке. Грин ей что-то показал, значит, у Грина есть карта подсвечника. Входит Грин. У меня звонный ключ. Он идет в холл. Значит, что совершает доктор Арчит, но звонный ключ в холле. Мастарда есть ключ. Входит Мастард. Он вроде бы здесь и был, и меня тоже предполагал. Так что совершает протестный план. Мастард пришел, совершил протестный подсвечник в бальном зале. У Скарлетт есть подсвечник. А как... Ну, допустим. Мой ход, да? Хорошо. Трёха. И куда? Да никуда. Давайте я останусь в холле. Кого предположим? Ну, давайте мистера Грина. Преподобный мистер Грин. Ну, ключ у меня есть. Будем ключом. В поле. И что Скарлетт мне показывает Грина? Что это значит? Вычеркнут. То есть, если она показала, что я типа прав, то получается я мог выиграть. Я просто логики пока что не сильно вижу. Убийство, да, да. Слушай, в кабинете. Кабинет вычеркивается.
ЦСшники есть, я так понимаю, мустарда, мастарда. То бишь, те предметы, которые у нас, ими убивать не могли, я так понимаю. Скарлетт разводим ключом гостиной. Ключ у меня. Я показываю его Грину, он знает, что ключ у меня. Он пойдет в столовую. И совершает Скарлетт кинжалом в столовой. Кинжал показывает сама Старда. Понимаю. Длинными тайными ходами. Какими? А вот это вот тайный ход. Ваш ход. Пока понять, конечно, каким образом должен кого-то вычислить, не сильно. Но я могу куда пойти? В кухню или в библиотеку? Куда пока не хочу. Так, ладно, давайте в кухню пойдем. А, через как раз потайной ход. Я понял. Давайте ее обвиним. Так, вроде бы труб... Здесь револьвер. Есть у кого-то револьвер? У Скарлетт он есть. Ошибись. Конечно, скоро. Мисс Скарлетт есть револьвер. А как мне понять, что она была в кухне там, типа... Что убийство совершает не спикок. Свечник есть у Грина. У меня есть карта Холла. А почему Холл вычеркнут? Я не могу теперь тут ничего поставить. За то, что карту я показал. Типа Холл точно не место убийства. Короче, вот эти три, скорее всего, я так понимаю, остаются. Свечник, опять же Холл. Холл у меня есть. После выяснения в комнате нельзя оставаться, потому что мы должны двигаться дальше. Спасибо. Ваш ход. 6. Куда пойдем? Там везде уже... Давайте кабинет. Там везде уже были, но я эти места вычеркну. Остается бильярдный зал, зимний сад, кухня, этик. Менять ее делать вообще, я понимаю, ничего. Давайте ее обвиним разочек хотя бы. Она убила веревкой, допустим. Веревка у Грина. Значит, я так понимаю, убила все-таки не она. Эти веревка у Грина. Что совершает? Ага, веревка столовой. Веревка у кого? Опять же у Грина, да. Два. Мощно. Зеленый никуда, короче, не ходит, да? Мастарт усатый. Усатый усан. Слетал бы ты на карусан. Спикок. Чем же задым ключом? У меня есть.
значит, это не она. У меня почему-то разводной ключ вообще полностью вычеркнут. Типа, я знаю, что это не ключ. О, библиотека. Там пока никого не было. Давайте сходим туда. Плам. От тебя в чем-нибудь обвиню. Ну, ключ у меня. Может, свинцовая труба. Карта плама у меня. Что и что мне это дает? Что это типа не он? Библиотека после этого при этом не вычеркнута. Ок. Труба. Труба у Мастарда. Карта холла вообще у меня. Хотя это... почему-то значения не имеет. Ходит Грин. Попадает 6. Пойдет в кабинет. Может получить 2 с помощью. Зачем только вопрос? Ну, допустим. То есть, короче, суть игры, вот это вот пометки, мы должны просто выяснить, как, на, выяснить, у кого есть какие карты и каких нет, и по этим картам выяснить, кто убийца. Это, в общем-то, я в целом понял. Но единственное, что я могу сказать, что пометки максимально дебильные, потому что, ну, что этот значок значит такого мастарда? Тут же сверху ничего, это просто крестик. Крестик, значащий что? Что он не убийца конкретно в этой комнате? Ну, допустим. О, это ж никак не помечено, как я понимаю, потому что... Зимний сад. Зимний сад. Как... как понять? Зимний сад, Астарт, Свешник. Точечки есть, что они значат, тоже не понятно. Давайте в зимний сад. Он пока не вычеркнут. Видим тебя. Ты убил кинжала. Кинжал у тебя. Нет, у тебя зимний сад. И зимний сад вычеркнут теперь. Но кинжал остается, и труба, и подсвечник почему-то остаются. Странно. Столовая есть у Скарлетт, столовая вычеркнута. Остается бильярд, кухня, библиотека. В кухню отправляется зеленый, это мистер Грин. Давай, чубатый. Очка ничего не будет. И как у меня, значит, не она убийца. Но она и вычеркнута. Нахрена только мне его помогать, вообще ни разу не понимаю. 7. Гостиная еще есть? Нет. Гостиная никто точно не убивал. Так, мистер Грин, револьвер. Вот на тебе гостиную, узнай. Значит, Скарлетт, Орчард или Мастарт? Орчард, кстати, вроде бы я, если не ошибаюсь. А можно себя? Ой, больный зал. Так, библиотека, бильярдная, кухня. Библиотеку пойдем. А можно еще бильярдную забыть. Отдавать библиотеку. Я понимаю ходок. Так, Скарлетт
Орчит и Мастарт остаются. Себя, Мастарт, Мастарт. Мастарт. Кинжал. Кинжал у тебя есть. У тебя есть библиотека. У тебя кинжал есть. Значит, оружие точно не кинжал. Значит, труба или подсвечник. Ну, Мастарт также, как понимаю, остается вероятным. Пиков, пиков нет. Вот, на, вот тебе гостиную покажу. Короче, труба или подсвечник? Ну что? При этом три Локи и три персонажа. Кабинет. Он сам себя, что ли, подозревает? Карта кабинета у меня, значит, и не кабинет. Он и вычеркнул, да. Типа он этого, я так понимаю, не знал, да? Кухня, библиотека, бильярдная. Остается бильярдная, пойдем туда. Давайте Скарлет, само собой, не кинжал, подсвечник. Труба. Давайте трубу. У него есть Скарлет. Значит, это не Скарлет. Это я. Это я или Усач. Давай. Короче, обвинение. Убийца. Усан. Убил он трубой. Где убил? Какая-то будет кухня. Да. Нет. Да. Понятно, я не угадал с подсвечником. Жесть. Охренеть. Ну, в общем, такая игра. Настольная. Знаете, вот этот список, который есть, который нужно использовать, я бы его, конечно, точно бы не стал. Мне кажется, тут нужно как в старинку вот именно саму все черкать, куда удобнее будет. Ну что ж, друзья, на этом все. Вот такая игра, она довольно забавная, но по моим ощущениям, ее вообще очень надолго не хватит. Ну просто вот очень надолго ее не хватит. Быстро она надоест, по сути дела. Потому что в нее играть, знаете, раз там в месяц, два, ну, полтора, может. И все. Такое вот мнение, по сути. Максимально простенькое. Сказать, что чем-то выделяюсь. Вот я вот Ведьмака играл на столку, вот она охеренная. Вот она мне пока что из всех компьютерных настолок больше всего понравилась, наверное. Она и Талисман, в принципе, наверное, в втором месте условно. Самые такие интересные настолки, реализованные в виде игр. На этом что ж, друзья, со всеми я попрощаюсь. Можете подписаться, поставить лайк. По поводу этой игры вдруг не играли. И в принципе, я вас целую, обнимаю, к сердцу пришим. И помните, что оставаться, стараться на положительной стороне бытия в эти непростые дни. Потому что негатив идет только к негативу. Ну и держитесь по мере, разумеется, возможностей. Всем пока-пока.